Сотрудники республиканского Роспотребнадзора проводят рейды по торговым точкам столицы. Их цель – профилактика распространения коронавирусной инфекции. Так, сегодня эпидемиологи посетили один из крупных торговых центров Марийской столицы. В ходе рейда санитарные врачи убедились в том, что большинство отделов не имеют нареканий. Персонал и посетители обрабатывают руки антисептиками, соблюдается социальная дистанция, есть разметка для покупателей, пришедших без маски, имеются индивидуальные средства защиты, которые хранятся в отдельных контейнерах. Однако эпидемиологи еще раз напомнили предпринимателям, какие требования должны соблюдаться на предприятиях торговли. Ежедневно, перед началом работы, в течение рабочего дня, в конце рабочего дня необходимо проводить влажную уборку, дезинфекцию верхних поверхностей. Кассовый аппарат после каждого потребителя должен обрабатываться дезинфицирующими средствами. Ежедневно измеряется температура работников. При входе выделяется место для обработки рук кожными антисептиками. Кроме того, работники должны выполнять и соблюдать меры личной гигиены. Чаще мыть руки, обрабатывать кожными антисептиками. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, это маски. Менять их через каждые 3 часа. Проветривать помещение каждые 2 часа. И необходимо соблюдать социальное дистанцирование. В предприятии торговли должна быть разметка на расстоянии 1,5 метра. Все это указано в предписаниях. За невыполнение предписания предусмотрена административная ответственность. Вот на сегодняшний день уже выдано управлением более 2000 предписаний. И в 63 объектах при вот таком рейдовом обследовании предприятий выявлены нарушения. Отмечу, что всего за время проведения рейдов сотрудники Роспотребнадзора направили в суд более 60 административных материалов. Общая сумма штрафов по ним составила более 400 тысяч рублей.